Компания «Электромотор» представляет Лобзик Деволт DWW341K. Производство Чехия. Используется для качественного распила материалов из дерева толщиной до 85 мм, а также металлических изделий. Лобзик очень удобно лежит в руке и отличается компактным эргономичным дизайном. Его вес составляет 2 кг. Особенностью лобзика является система замены пильного полотна без ключа. Данная функция упрощает работу с инструментом. Мощность двигателя составляет 550 Вт, что обеспечивает достаточную производительность. Присутствует возможность смены угла подошвы для распила изделия под углом до 45 градусов. Система выдува опилок всегда сохраняет линию реза видимой. В комплектацию входит защитная накладка, пылеотводящий экран, шестигранный ключ, адаптер пылесоса, чемодан. На данном видео представлена кнопка включения, рычаг регулятора маятникового хода, усиленное место крепления сетевого кабеля. Компания «Электромотор» предлагает со склада в Киеве весь модельный ряд инструментов DEWALT. 100% гарантия оригинальности продукции. По вопросам приобретения инструментов DEWALT обращайтесь в компанию «Электромотор». Контактный телефон в Киеве 5 300 38.